В поселке Зырянка Верхнеколымского района состоялись соревнования по вольной борьбе на Кубок мастера спорта Советского Союза многократного чемпиона республики Игоря Кудрявцева. Турнир собрал более 50 атлетов. В этом году первое место в командном первенстве заняли воспитанники Зырянского центра здорового образа жизни. Нынче соревнования собрали 53, да, участников из 4 наследов нашего района. Дети борются. Эта борьба тоже популяризируется в нашем районе. Хотя вот спортивного зала нету там. Говорят, будет строиться, все равно там находим место, тренируемся.